Damn. США могут полностью исключить банки России из мировой финансовой системы. Белый дом рассматривает блокировку ряда российских банков как продолжение санкций против РФ. Однако этот шаг обсуждается как крайняя мера. Сначала могут быть предприняты промежуточные шаги, например, запрет на проведение банковских операций в долларах для российских банков. Правительство США рассматривает возможность исключения из международной финансовой системы нескольких российских банков. Об этом сообщают источники в администрации президента США, пишет Bloomberg, передает Censornet со ссылкой на Liga Business Inform. Два источника, принимавших участие в обсуждении санкций, заявили, что блокировка российских банков приведет к значительному обострению двусторонних отношений и может вызвать далеко идущие последствия, особенно для европейской экономики. Еще два источника в Белом доме также сообщили, что самой крайней мерой, которая рассматривается в администрации Барака Обамы, является полное исключение российских банков из западной финансовой системы. Собеседники агентства отметили, что сначала могут быть предприняты промежуточные шаги, например, запрет на проведение банковских операций в долларах для российских банков. Внесение российского банка в особый список Минфина США будет означать, что гражданам и резидентам США, а также зарегистрированным в этой стране компаниям, будет запрещено вести бизнес с подсанкционными банками. Кроме того, американское правительство получит право арестовать любые активы таких банков, оказавшиеся под его юрисдикцией. Подобные санкции уже введены США в отношении Банка России. Агентство отмечает, что иностранные банки, активно работающие с долларом, вряд ли будут рисковать и нарушать введение ограничения, оглядываясь на пример французского банка, который в прошлом году был оштрафован на 9 миллиардов долларов за нарушение санкций против Ирана, Кубы и Судана.